Наш город славен своими традициями. Одна из них родилась совсем недавно, а именно к пасхальным и майским праздникам общими усилиями приводить в порядок улицы, скверы, парки и места отдыха. Городской голова предложил праздником безвозмездного труда сделать 12 апреля. Привести в порядок каждый свой двор, свою улицу, микрорайон, район, чтобы мы пасхальные первомайские праздники встретили в чистом, ухоженном городе, в мире и согласии. Уже намечена конкретная программа субботника, а жители, благодаря голосованию на портале управления по благоустройству, выбирают места его проведения. Мы планируем в парке Победа провести субботник за чистой Довкилля и во втором части реконструкции парка посадить зеленое насаждение. Надеюсь, что к Дню защиты детей, к 1 июня, мы закончим вторую очередь детского парка, реконструкцию детского парка в Калининском районе. Во время субботника будет высажено 3500 деревьев. 8500 кустарников роз, 9000 декоративных кустарников. Привести в порядок и засеять травой 121 гектар городских газонов. Также привести в порядок 457 детских площадок, 92 спортивные площадки. И привести в порядок 289 павильонов ожидания общественного транспорта. С наступлением теплых дней закипела работа и по приведению в порядок основных автомагистралей и дорог города. К праздникам ямочный ремонт дорог в центре Донецка планируют завершить. Николай Гись, Станислав Савченко, Первый муниципальный.